сейчас новая сфера деятельности. Заканчивал когда с хоккеем, думал, что будет легко, на самом деле это совершенно разные профессии и очень много моментов, тонкостей. Возможно, я их знаю, но просто где-то позабыл, и сейчас, начав работать с детьми, стал вспоминать какие-то мелочи и моменты. В целом очень нравится эта работа и дальше на перспективу работать, развиваться как тренер. Самые маленькие юлайвцы под вашим руководством, как они себя проявляют? Тяжело вообще с ними находить общий язык? Ну, когда как, раз на раз не приходится. Здесь дети совсем прям маленькие, это раз. Второе, они первый год у них, они катаются. В прошлом году у них набора не было, позапрошлом. И сейчас, учитывая то, что они всего год занимаются, у многих ребят есть хороший прогресс в развитии и в катании, и в понимании, мышления. Многие дети, большинство детей здесь, они слышат тренера и стараются выполнять то, что им говорят. Ну а что самое сложное вот лично для вас стало при переходе на тренерскую деятельность? Ну, самым сложным, наверное, было принять окончание карьеры, как говорится, и переступить этот порог и все-таки развиваться дальше, как новую выстраивать линию жизни в тренерской работе. Я думаю, что этот период вот самый сложный был. Давно знакомы, притираться не пришлось. Он недавно закончил, как бы еще все помнит, еще как игрок. Так что все знает, все может подсказать. Тут ничего тяжелого. Вы чуть раньше перешли на тренерскую деятельность. Вот какие подсказки вы им давали на первоначальном этапе? Ну, наверное, больше подсказок. Работа с родителями, как общаться с родителями. И психология детей, особенно младших, возраста, на что обращать внимание. Ребят, ну а вам как работать с тренерами? Что скажете? Хорошо. Очень хорошо. Очень приятно. А на тренировках вам вот что больше всего нравится? Ну, мне нравится больше всего на тренировках игры. Там надо нападать, то защищать, то забивать. Не хоккей! Так, молодцы, ребят. Какая команда чемпион? Соколовка!